Мы снова на выставке CPM-2019. Валерия, расскажите, пожалуйста, о чем вы сейчас вещали со сцены? Я знаю, что ваша тема вызвала огромный резонанс. Сегодня секция была посвящена такой актуальной проблеме, вопросу, такому актуальному, как маркировка. Маркировка различных товарных групп сейчас вступает в силу. Какая-то уже вступила, какая-то в ближайшее время вступает. И как раз я рассказывала о том, какие решения 1С предлагает нашим клиентам для того, чтобы у себя внедрить маркировку. И, соответственно, мы приглашаем наших пользователей читать информацию по маркировке на нашем сайте 1s.ru или v8.1s.ru. Соответственно, там мы публикуем и современные актуальные методические рекомендации, даты выхода релизов с поддержкой маркировки, и презентации, которые разъясняют, каким образом использовать маркировку в наших решениях. Вот про это сегодня был доклад, и большинство были заинтересованы в том, чтобы использовать эту информацию. Вообще, как люди реагируют на изменения в законодательстве? Ну, как у нас люди реагируют на изменения в законодательстве? Деваться некуда, нужно выполнять. И мы призываем не делать это в последний момент бегом, а попробовать построить, извлечь из этого пользу. Этот лимон нам достался, давайте приготовим из него лимонад. Давайте улучшим ситуацию с автоматизацией компании, найдем проблемы в процессах и порешаем их. Давайте попробуем использовать ее с пользой. Не только ограничения, но и возможности. Ну что, я желаю вам и вашим клиентам действительно использовать с пользой тавтология, но все же вот эти возможности, новые, придумывать новые решения. И удачи вам, хорошего вечера. Спасибо.